Всем привет! Сейчас лето, жара, самое время бороться с появлением ржавчины. Даже если у вашего автомобиля пробег меньше 20 тысяч, но ему больше 5 лет, все равно это видео для вас. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что осень, зима, вот открываются, закрываются окна, двери открываются, закрываются. В это время попадает влага четко между сидушкой и дверью. Ковролин намокает. Элементарно даже на мойке. Вам помыли коврики, бросили, опять же ковролин себя впитывает. Все это время ковролин влажный, тем более вот вы заехали, закрыли машину, влаги некуда деваться. И так появляется ржавчина. Я вам сейчас покажу места, где она появляется. Во-первых, сама сидушка, она тоже, каркас у нее железный, и снизу она ржавеет. Вот это я уже обработал средством специальным от ржавчины. Мобиль называется. Во-вторых, педали. Все крепления торпеды, все покрывается слоем ржавчины. Это тоже задувал мобилем. Делал такую дополнительную обешумку. К заводской. И вот мы видим как раз место. Мы видим как раз место, где сидушка водительская. Я тут уже подкрашивал специально белым цветом, если появится ржавчина, чтобы ее было видно. Вот опять появляется ржавчина. Это нужно заранее все обнаруживать. Сейчас мы обнаружили, зачистим и еще покрасим. Вот так вот зачистил до металла. Сейчас обезжирю, покрашу несколько слоев. Я думаю, хватит еще. Это я делал 3 года назад, я думаю, еще года на 3, может, на 5 хватит. Итак, вся процедура вместе с разборкой, покраской у меня заняла около 4 часов. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, пока.